Сотрудничество между Казахстаном и ОБСЕ значительно укрепилось и вышло на более высокий уровень. Об этом заявила госсекретарь Гульшара Абдыкалыкова. Сегодня она встретилась с послом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Натальей Зарудной. Срок исполнения ее дипломатических миссий завершился. Гульшара Абдыкалыкова выразила благодарность за содействие в укреплении диалога и взаимопонимания между нашим государством и ОБСЕ и отметила, что за годы совместной работы были реализованы десятки проектов в различных сферах. Только вот за прошлый год, оказывается, 62 проекта было в разных направлениях. Это и миграция, вопросы, и вопросы экономики, вопросы, связанные с человеческим измерением. Особенно, конечно, было приятно работать по гендерной политике. И вот благодаря вам, наверное, опыт Казахстана во многих направлениях на уровне ОБСЕ уже передается другим странам. Мне, конечно, очень жаль покидать Казахстан, потому что за эти 4 года мы очень много узнали, очень много смогли друг другу помочь. И я убедилась в том, что в стране есть возможность реализовать реформы, о которых говорит ваше руководство, и готовность среди всех регионов, населения всей страны к изменениям в сторону лучшую, конечно.